мой взгляд, отличное место. Очень тепло, когда на небе туча, тепло, когда туча уходит, очень жарко. Вода теплая, уже искупался, соленая. Вот это так красиво, невыносимо. Но там еще красивее дальше. Вот за мной, за мной. Ветер сильный, но теплый. Сзади опять за мной очень красивые места. Вот там ребята маленькие занимаются серфингом, учатся. Надо тоже начать заниматься. Кстати, это Коста Брава, фигур. Границы с Францией, до Франции отсюда 800 километров езды на автомобиле. Один из лучших пляжей. Очень красивый. Сейчас уже народ расходится. До этого было очень много людей. Я еле нашел себе место. Все ушли, и вот очень свободно стало и комфортно. Не люблю, когда очень много людей. Люблю спокойствие, когда можно спокойно почитать книгу, никто рядом не ходит. Либо можно изучать, повторять другие языки. Я сейчас изучаю, подтягиваю английский, потому что понимаю, что уровень, который у меня на данный момент, он очень слабый. А иностранные языки очень нужны. Когда человек путешествует, чтобы спокойно излагать свои мысли, вопросы, это очень удобно. Всем рекомендую изучать, ну, хотя бы английский. Очень пригодится. Ветер начинает спадать, становится еще жарче. Это хорошо. Как же тут здорово. Просто потрясающе. Горячий песок, голубая вода, зелень, солнце. Это прекрасно. Немного нудистского пляжа. Люди голые, некоторые нет, некоторые не очень. Большинство одетых. Я, конечно, не раздеваюсь. Как приятно совершать после пляжа и купания пешую прогулку.
А в такой красоте еще приятней. Хочу залезть туда, в горы, гулять и поесть. Тут такой аромат, просто не передать, от этих растений.